Первую квартиру, которую обчистил мужчина 75-го года рождения, находилась в южной части города. Ночью молодой человек проходил мимо дома по улице Калийной и обратил внимание на одно открытое окно. Поняв, что в квартире никого нет, мужчина залез в жилое помещение. Покидая квартиру, также через окно злоумышленник взял с собой деньги и сотовый телефон. Эту кражу он совершил в конце июля, а в августе месяце соликамца опять привлекло открытое окно, а точнее форточка. В этот раз ночной гость унес с собой телевизор, продукты и автомойку. Вот в сентябре незваный гость попал в квартиру уже с помощью монтировки, только вот унести мужчина ничего не смог. Его задержали сотрудники полиции и бдительные жители. В настоящее время ранее судимый житель Соликамска арестован. По фактам совершенных краж возбуждены уголовные дела.